Вот я прочитал. Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Белоруссией. Мерзавцы крайне. Наши войска никакого участия не принимают в этой операции. Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России, они будут.